На сцене Александр Короленко и его друг, музыкант-баянист Андрей Макаров. Встречайте. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить! А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить! А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Александр Короленко, Андрей Макаров.